Мы сегодня поиграли новой теннисной ракеткой Babolat Blade. И она имеет очень большое количество функций и показывает статистику твоей игры. И это помогает анализировать твою игру и улучшать ее. С этой новой программы я могу посмотреть свои ошибки и исправить их. Прогресс не стоит на месте. И в будущем, я думаю, выйдет что-нибудь новое в Babolat. Ты видишь всю свою статистику. Ты видишь, какие ошибки ты сделал, какой мяч ты сыграл, подкрутил ты его, подрезал. И за счет этого ты можешь делать анализ своей игры и улучшать. То есть это вообще супер, это прогресс Babolat, это прогресс в теннисе. Я люблю Babolat. Babolat is always the best.